new name here. Дверь открывается. На меня оттуда что-то смотрит. И что мне делать? Кто обосрал стены? Ну что ж, Новый год, новый я. С момента выпуска последнего видоса прошло целых 2 недели. И как же мне было приятно читать вот эти комментарии. Пози, не уходи. Прощай, Пози, я горжусь с тобой, Пози. Игра в такси, будешь отдохнуть. Не, ну как он сидит позади черного прохода? Нет! Пози уходит с канала. Пожалуйста, вернись. Спасибо за детство, Пузи. Не уходи! Где ролики? Ты уходишь навсегда? Он реально ушел. Что случилось? Уже 2 недели нету видео. Легенда. 50% своего детства это был ты. А еще те ролики в Роблоксе. Ролик идет 33 минуты. 33 минуты и 55 секунд. И как вы думаете, сколько в среднем зритель смотрел этот видос? Правильно. 3 минуты. Я записал 34-минутный видос. Где я просто сказал, что я беру отпуск на пару неделек. А меня уже прогнали с Ютуба. Уже со мной все попрощались, знаете... Даже немного как-то обидно такое слышать. Ну ладно, где я был, собственно? Я был в Южной Корее, в Сеуле. Я ужасно отпраздновал Новый год. Потом я немножечко отдыхал, играл в игры, валялся на диване. Да и в принципе все. Ну и поскольку наступил 2023 год, Новый год, новый я, это значит новый контент. Смешно пошутил, не правда ли? Я решил найти игру, которая 100% похожа на Rainbow Friends и Huggy Wuggy. И знаете что? Мне удалось это сделать. Карты of Banban. Вы просто посмотрите на иконку этой игры. Что нас сегодня ждет? Правильно, немножечко кринжа. Если честно, я так соскучился по записи видосов. Ребята, если вы ждали нового ролика, обязательно поставьте свой лайк. А еще сегодня у нас будет хоррор. О май гад! Судя по заставке этой игры, здесь нас реально ждут радужные друзья. Зеленый, белый котик, красный котик. А нет, это красный дьявол. Фламинго, фиолетовый монстр, оранжевая медуза. Да и судя по названию этой игрушки, это что-то похоже на Rainbow Friends и Poppy Playtime. Возможно, это новая хайпующая игра, про которую мы с вами еще не раз будем слышать. Я обожаю играть в инди-игрушки. Все гениальные изобретения создаются инди-разработчиками. Для родителей, которые смотрят за их пропавшими детьми. Time is delicate matter. Так, нажимаем на часы. Опа, переключилось время. Это какой-то офис, где стоят странные компьютеры и скамейки. Что за странный офис? Может быть, это почтовое отделение какое-то? Или это детский сад? Опа! Я вижу монстра! Текстурка монстра. Так, дальше. Что это за черные пятна там появляются? Кто обосрал стены? Опа, свет выключился. Сейчас будет скример, сейчас будет скример, я этого ждал! Меня даже не напугали. Так, ну что ж, я появился. О, вы посмотрите на эти стены. Так, использую ВСД для того, чтобы перемещаться. Да ладно! Бутс, сюда складываются ботиночки. Это 100% садик. В общем, здесь есть какие-то монстры, которые будут нас пугать, судя по всему. Креативити эрия, креативная зона. Так, давай-ка нажмем на красную кнопку, дверь не открывается. А что я там вижу в глазок? Там какая-то черная сущность. О май гад, там какие-то... тени. Возможно, они прогружаются просто текстурки. Так, это у нас кафетерия. Детская кафетерия. Что-то она выглядит как-то немного жутковато для детей. Вам так не кажется? Сидеть в таком темном помещении я бы не стал. Ууу. Еще и в этих аппаратах абсолютно ничего нет. Они так запылились даже. У меня так много рук, чтобы помогать как можно большему количеству людей. Стингер Флайн Сейс. А, его зовут Стингер. Этого зовут Джумба Джош. А, здесь нас с вами знакомят с монстрами. Все понятненько. Так, судя по всему, мне нужно подобрать эту карточку. И с помощью этой карточки пройти в техническое помещение. Для того, чтобы врубить везде свет. Логично же, да? Итак, сезам, откройся. Опа! Какой-то склад. Что это за красный пульт? Что это за квадрокоптер? А можно я его себе заберу, пожалуйста? Такой смешной контент буду записывать у себя в комнате. Так, сюда нам точно никак не пройти. Пульт я этот убрать из рук не могу. Помогите открыть дверь! Что мне делать? О! Батарейку подобрал. А, мне нужно найти еще одну батарейку. Вот она. Кто оставил батарейки в столовой? Какие-нибудь детишки случайно съедят, и все, и капут. Ну что ж, сезам, откройся. 2 батарейки есть. Блин, еще батарейки нужны. Я запустил квадрокоптер. Все, я законнектился с ним. Я что, сюда пришел играть с квадрокоптером? Давай, 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 давай. Вот прям сюда. Ай да молочина. Я понял. Мне нужно нажать на кнопку. Я чувствую себя немножечко тупым. Я понял теперь, как им управлять. Так, смотри, давай-ка мы тебя телепортируем в исходное положение. И просто тебя направим вот на эту красную кнопку. Нет, да куда ты поехал? Им невозможно управлять. Давай, вот сюда. Фу, ну что ж, была не была.
У меня все получится. Yes! Я услышал этот звук. Так, а теперь запустим тебя вот к этой красной кнопке. Он так еще цвета прикольно меняет. Навороченный квадрокоптер. Все, дверь открывается. На меня оттуда что-то смотрит. Давайте-ка я запущу вначале квадрокоптер туда. Вот сюда, прямо к этому фламинго. Он спрятался за угол! Я как-то не по себе немного. Я никуда не могу свернуть. Я не могу пройти вот в эту зону. Ух ты. Он же здесь меня ждет, 100%. Я тебя здесь видел. Опа, карточку активировал. О! Все, я могу пройти сюда. Надо же. Где-то здесь живет фламинго. Вон он. Ладно, с ним, наверное, лучше не контактировать. Давайте мы с вами вначале изучим вот эту комнату. Блин, я подхожу к этим стульям, они меня куда-то отбрасывают. Ха-ха! Они так разлетаются забавно, а? Сколько они весят? Пушинку! Так, эту дверь я могу открыть? Нет, эта дверь не открывается. Видимо, она нам пригодится немного попозже. Naughty Corner. Так, это, видимо, для хулиганов комната. Типа, садишься на этот стульчик и сидишь в углу. Ты плохо себя вел. Так, давай, квадрокоптер. Давай, ты сможешь дальше пролететь? У тебя все получится. Вот сюда, вперед просто немного проедь. Давай. О-о-о! Блин, ты меня не протарань случайно. Давай, ведем с тобой этот квадрокоптер немного вперед. Я тут вижу какую-то кнопку. Не хочу туда заходить. Меня пугает этот фламинго. Боже, какой же тормознутый квадрокоптер. Давай, дружище, только не врезайся в стену. Да блинский. Ладно, вот лети сюда. Во, молодец, все, стой там. Так, ну что ж, прогуляемся по этой игровой зоне. Какие страшные деревья, как будто бы они сделаны из говна. Надо же! Он сидит с открытым клювом. Эй, дружище, как тебя зовут? Апила Бёрд. Так, скорми ему 6 яиц, чтобы получить приз. Блин, чувак, не хочу кормить тебя яйцами. Как будто бы ты должен их нести, а не есть. Блин, мы сейчас накормим эту птицу ее же яйцами. Это так странно, если честно. Я бы даже сказал, что немножечко крипово. Где же еще могут быть яйца? О, что я там нашел? Что я тут вижу? Опа, еще яичко. Так, отлично. Еще одно яйцо у меня есть. Так, осталось найти еще 4 яйца. Ну, где же их найти? В лодке, может быть? Опа, конечно же в лодке. Это было как-то слишком очевидно. Наверное, здесь на игровой площадке будет еще одно яйцо. Это у нас будет 4-е яичко. Так, вот же оно. Отлично, подбираем. 4-е есть. Прокатиться не могу. Как эта горка держится? Я не понимаю. Воздухом, что ли? Судя по всему, да. Блин, а где же последние 2? Ты их уже, наверное, сожрал, да? Под деревьями. О! Так, 5-е. И все, осталось последнее. Где же может быть последнее? 100% в горке, да? Я даже присесть не могу, чтобы посмотреть. Да, я его вижу. Как тебя подобрать-то тогда? Это же яйцо, да? Там какой-то кругляшок, я вижу. Сложно. До него не дотянуться. Ладно, может быть, это не последнее яйцо. Давай, я сейчас сделаю еще пару кругов. Если я не обнаружу других яиц, то, скорее всего, это то самое яйцо. Но я же даже туда скатиться не могу. Мне кажется, до него дотянуться просто невозможно. О, подождите. Мне, наверное, карточку сюда нужно поднести. О, божечки. Чтобы получить приз, мне нужно активировать желтую карточку. А может быть, здесь где-то валяются карточки? Так, давай, двигай сюда. Давай, дружище. Вся надежда только на тебя. Лети сюда, молодчина. Сейчас с помощью квадрокоптера я достану все яйца. Вытрясу из тебя все яйца. Хе-хе. Я получил какие-то стикеры. У-ху! Зеленый и оранжевый стикер. Ну все, я молодец. Вот сюда. Давай, лети, лети, лети. Опа. Да блин, как его достать-то? Оно не достается там. Давай внутрь. Получится у тебя залететь внутрь? Блин, странная лаганая игра. Мне это совершенно не нравится. Эй, могу ли я просто сюда пройти? Мне нужно убрать эти деревяшки. Но для этого мне нужен топор. А топор я, судя по всему, получу, когда накормлю эту птицу. Так, я на крыше. Сейчас мне нужно аккуратненько упасть. О, я кнопку вижу! Давай, квадрокоптер, что произойдет? Как будто бы мне не нужно нажимать больше эти кнопки. The end is here. Конец здесь. Ну и где же конец? Наверное, здесь, вот за этой дверью. Ладно, давайте я пробегу немного дальше. Опа, сюда у меня нет доступа. И сюда тоже. Что? Здесь все это время была кнопка? Типа, возможно, эта кнопка активировала горку. И оттуда выкатилось яйцо? Нет, неправильно. И зачем я эту штуку активировал? Так, птичка, держи раз яйцо. 2 яйцо. 3 яйцо. 4. Как тебе, нравится, да? О! Да ладно, кнопка стала красной! Хорошо, что я это заметил! Отлично, что-то я активировал, и яйцо выкатилось! О, я думал, что разработчики уже допустили баг. Нет, это просто я тупой. Что это там у нее во рту? Она что-то выплюнула. О боже, спасибо тебе, птица. Это выглядело действительно очень мерзко.
Так, и эту карточку нужно активировать вот здесь. А могу ли я на тебя запрыгнуть? Было бы прикольно полетать на этом квадрокоптере. Так, подлетай в уголочек. Давай, у тебя почти получилось. Ты почти смог. Надеюсь, ты не врежешься в этот барьер. О! Он сломал этот барьер! Я-то думал, опять нужно искать какую-то карту. А он все сделал за меня. Какой классный квадрокоптер. Так, открылась секретная дверь. И здесь есть молоток и какая-то записка. Distraction at one. Что бы это ни значило, нас это, судя по всему, никак не касается. Я подобрал молоточек, и сейчас, судя по всему, мы будем бегать вот от этой курицы. Давай, ломаем с тобой. Раз, два. Так, пойдем. Да, эй, почему я не мог пройти? Press space to jump. Да ладно, спасибо, что научили меня прыгать. А я-то думал, какой был у меня цвет. И что это может значить? Смотрите, здесь есть доступ для желтой карточки. Так, нажимаем на эту штуковину. И тут появилась какая-то сидушка. Так, мне нужно просто на нее запрыгнуть. Без квадрокоптера. Это я понял. Так, давай! Газуй! О, что за бездна? Какие-то лапки, следы от лапок. А? Я же не упаду, да? Вы же меня не сбросите вниз. 3, 2, 1. Так, сходим с этого кресла. Фух, моя... Так, твой цвет был розовый. Я один. Я хотел поиграть. Me. Как будто бы это какая-то песня. Without me.